Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня давайте немножечко буквально пробежимся по такой игре, которая называется «Симулятор дома». Понятия не имею, что здесь делать, но как написано, что вы можете заниматься обыденными делами, которые вы занимаетесь дома. Пока я ничего такого особого не вижу. Так, можно сюда зайти? Или нельзя? Так, тут у нас помощь якобы, да? Ну, а сюда нельзя. Ладно, давайте. Да что ж такое-то, а? Главное, вроде бы как кухня, да? И в то же время теннисный стол. Это что, кто-то стучал или мне показалось? Так, я что-то немножко не понял. Так, сюда можно зайти, да? Это у нас как кухня вроде бы. А тут ванна. Ну, на кухне он так неплохо он устроился. Так, а это спальня получается. Ну и что я могу здесь сделать? Пока я просто хожу по квартире и даже за компьютер не могу сесть. Так, а тут что у нас? Почему так светло? Так, смотрите, деньги сами по себе почему-то к нам прибавляются. Непонятно почему. С какого вдруг перепуга. И пожрать я тоже не могу сесть. Да, странный, конечно, симулятор немного. Делайте, говорит, что хотите. И в то же время ничего не могу делать. Так, а это-то что у нас тут? Непонятно вообще. Ну, хоть пожрать-то я могу себе приготовить, а? Нет. Внизу написано, как видите, демо. Демо-версия, я так понимаю, еще. Или ранний доступ. Для чего эта полка вообще тут стоит, не пойму. Да. Немножко все здесь как-то странно сделано. Это я типа киморнул, что ли, да? Больше не могу. Так, пылесос могу хоть попылесосить-то? Ничего не могу. На улице ни шиша не видно. А свет включить? Могу свет включить, ну ладно. А за компьютер я так и не могу присесть, да, значит, получается? Ладно, ну а здесь что такое у нас? Так, установка какая-то музыкальная. Ну, хоть пофотографировать-то можно? Ну, а здесь включить свет? Ничего не могу. Что за симулятор такой, а? Шкафы не открываются. Весы тоже не активируются. Очень интересно. Ну, а шторы открыть? Не могу. Для чего же тогда этот симулятор вообще придумывали, если я здесь ничего не могу... О, ну, могу открыть холодильник, да? А пожрать? Ага, гамбургер затащил. Водички выпил. Еще выпил водички. Какие-то непонятно, что лежат. Установка, ну. О, заработала. Радио, да, значит, у нас тут ловится. Так, коллекция тут дисков у нас. О, тихо. Это я, ребята, это я. Это мой персонаж. Как тебе не стыдно ядрить твою, а? Smart TV, а? No signal. Сигнала нету. Так, ну и что еще я могу сделать? Это что у нас такой, червь, что ли, или хлеб такой гигантский? По-моему, как хлеб похоже. Ну, руки помыть можно, нет? Нельзя. Чайник тоже нельзя. Видать, это еще вообще самое-самое... Угомонись уже, а! Видать, это еще
Вообще ранняя-ранняя какая-то версия, где еще практически ничего не работает. Хоть пивка-то можно дряпнуть, а? Или мобилу взять. О, я могу вроде взять пиво, да? Да, и что мне это дает? Ну-ка, дайте я его кидану, если можно, конечно. Можно. Да успокойся там уже, на самом деле-то, а? Уже не смешно. Че, назло мне делаешь, что ли? Так, а может он на горшок хочет? Тут есть у нас уборная или нет? Ага, есть уборная. Ну-ка, давайте посмотрим. Черт тебя подери. Тьфу ты, мерзко-то как, а? Да. Это единственное, что они сделали. Сходить на горшок. Ну а помыться-то мне можно после этого дела? Нет, нельзя. Да, они сделали самое интересное, по их мнению. А я считаю, что это глупость. Симулятор дома, елки-палки. Делай, что хочешь, называется. Даже руки-то помыть нельзя за собой. А, нет, вода включается. А как помыть руки-то? Дайте хоть фен взять. Вообще ничего не берет. Только пивко может взять и швырнуть его. Ну, свет включить. А зеркало такое отличное вообще все показывает. И ванну нельзя принять. И на весы встать нельзя. Ничего нельзя. Да, поэтому и получается, что мы просто, ребята, глянем, как показательное видео. Ничего пока не работает. Ну, в дальнейшем-то, я думаю, что-нибудь они да придумают. Ну, можно хоть телек-то посмотреть, нет? Ну-ка, дайте-ка. Можно сесть на диван, нет? О, я присел. Ну, давайте смотреть телевизор. Так, а ничего не включается. Да я и встать не могу, ё-моё. Присосал мне этот диван. Эй. Здорово просто. Сел на диванчик, называется, посмотреть телевизор. И встать теперь не могу. Так, что тут могу приближать? И все на этом, ребят. Да, недоработанная игра вообще в корень. Просто в корень. И с этого дивана мне теперь не встать. Так и погибну я, смотря неработающий смарт-ТВ. Ну ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот, я не пойму, недовыпуск какой-то. Хотел, чтобы было все хорошо, а получилось как всегда. Ну, всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, до скорого.